Ничем, кроме пикториальной фотографии, я вообще-то не занимался. Вот с самого начала, как я начался как фотограф, это 79-90 год, ничего другого. Но это новый пикториализм, он не сводим к тому, что было в начале века. Если говорить о каком-то вкладе, следе или чем, или о чем-то подобном, то, наверное, мне было поручено вернуть классический пикториализм, живописный изначально, эстетический, почти эстетский, в лоно чистой фотографии. Вот это произошло. Ну и опять же, то, что вы видели, живое подтверждение.